И диджей Грув, между прочим. А как здесь вам тоже обращаться, Грув? Ну, уважаемый, неподражаемый, заложивший основы. А дальше какое имя? Качающий толпы. Вы знаете, на самом деле проще всего обращаться, как меня назвали родители, Женя, поэтому никаких проблем. Друзья, у нас диджей Грув, он же Женя, как его назвали родители. Смотрите, о чем мы хотим поговорить? Ну, во-первых, из нашего анонса вы поняли, что о скретчах. Но не только об этом. Вы знаете, ведь диджей Грув это поразительное вообще, на самом деле, ну, извините, долголетие. На вас глядя не скажешь, конечно, про долголетие, как странно. Кстати, это вообще вторая тема разговора. Да. Но тем не менее, смотрите, человек, который стал символом 90-х и который абсолютно актуален, простите за резкость, 2000-е. Спасибо, да. Спасибо большое. Женя, стараюсь. Сколько подтяжек, первый вопрос? Подтяжек ни одной. Спасибо генетике родителям, что вот так вот. А сколько вам лет сейчас, Жень? Мне сейчас 41 год. 41 год. Да. И родители у меня, и мама. Папа у меня всегда моложаво выглядел. Вот, мама не выглядит сейчас на свои года. Понятно. Друзья, соответственно, смотрите, о чем мы хотим поговорить. Мы хотим так поностальгировать, повспоминать 90-е, как что тогда было. Вот. По этому поводу наш пейджер 5533 для абонента «Маяк». Пишите свои смс. Ну, в смысле, как там это называлось? Надиктовывайте, да. Телефон прямого эфира 728. Впрочем, нет, не буду, нам не пригодится в этом части. Так вот, поностальгируем по 90-м, а потом вот новое звучание, новые ритмы, новые смыслы, новые тональности, нового времени с вами обсудим, но не только в техническом, так сказать, смысле, а мы пытаемся обобщить это до ощущения страны, да? Можно же через тональности нашей. А нашей, да? Нашей, да. Хорошо. Хорошо, нет, ну можно все обсудить, конечно, все поменялось, звук поменялся, постоянно, каждый день все меняется. Да, давайте в 90-е. Я на самом деле скажу скромно, я, ну, так сказать, по сравнению с вами, не то чтобы я диджействовал, но стоял, по крайней мере, за каким-то агрегатом в одном московском клубе, назывался «Гордо резидентом», вот, и крутил музычку всякого. Ну, это замечательно. И там, на самом деле, это замечательно было, но гораздо замечательнее были те истории, которые мимо тебя проходили, те персонажи, которые, так сказать, там плясали и все прочее. Это фантастика, это 90-е. Вот расскажите вы, Жень, 90-е годы, что играли, что слушали, кто эти люди были, что востребовано было, как все, ну, давайте. Ну, знаете, даже если мы с вами сидели бы и после эфира, допустим, да, и начинали бы, то есть продолжали бы об этом говорить, времени бы не хватило, потому что разобрать, естественно, все сразу невозможно. А если емко сказать, тоже так понятно не получится. Но в то время, когда все это только начиналось, это все-таки были, да, 90-е года. Все пришло впервые в Санкт-Петербург. И вообще вся музыка танцевальная, по большому счету. Питера, конечно, да, все Санкт-Петербург, все оттуда. Это все легендарное место, которое называется Фонтанка 145, с которого все началось, на котором тусовались и Виктор Цой, и Боря Гребенщиков, и все художники вот появлялись на этом месте, известные тогда, которые были, ну, в андеграунде, так можно сказать. То есть вся питерская субкультура, которая там тусовалась, вот. И оттуда началась вся, в принципе, электронная такая, так как бы диджейство, танцевальная музыка для меня. 90-е годы были интересны тем, что все одновременно так получилось, что на Россию как-то свалилось все много вот нового, непонятного, и срочно, как губка, мы начали все это потреблять и как-то быть похожими, потому что у нас своего все пришло оттуда, своего этого ничего не было. Тогда у нас было, мы слушали там группу «Комбинация», что-то там, максимум, что самое модное можно было услышать, это, наверное, группу «Кармен» или «Мальчишник», что-то «Кармен», что-то такое было, да, вот. Ну, я мимо всегда, вы знаете, как-то получилось, даже в эти года я всегда мимо проходил российской эстрады, она как-то вообще мимо меня прошла. А я слушал постоянно, меня так получилось, спасибо, опять же, моим родителям, спасибо моему брату, что мне привозили всякие различные фирменные пластинки, фирменные много музыки. Led Zeppelin, Eagles, Suzy Quattro. То есть вполне классический, классический или академический, можно сказать, рок. Да, рок, в основном на роке. Ну и также регулярно выписывалась, если кто помнит, наверняка, такая пластинка «Кругозор», «Кругозор» называлась. Вот, и
и самыми последними интересными моментами ритмы зарубежной эстрады, я помню, было. И вот я ждал этот кругозор. Я помню, там приходил Yellow Magic Orchestra. Это когда еще Ричи Сакамото, известный кинокомпозитор, сейчас раньше играл в этом. Потом первые какие-то моменты, по-моему, и Крафтверка даже приходили. Представляете, какой человек? Я хочу респект выделить ему такой, что он такие. А мне кажется, там чуть ли не тут Троицкий заведовал, мне кажется. Надо сейчас посмотреть, уточнить. Но да, кругозоры всегда были очень странно смотрелись. Да, потому что когда да, в Советском Союзе появляется Крафтверк, это довольно странная история вообще очень, такая. Вот, и достаточно быстро все очень впитывало Россию, потом получилось, когда мы активно, вот я, мои коллеги, активно принимали участие в развитии вот всей танцевальной сцены, вообще электронной музыки как таковой из-за границ, потому что все мы, что играли, это практически была американская, ну и в частности, в основном английская музыка, в основном вся танцевальная музыка самая лучшая, конечно, из Англии. Вот, и так получилось, что мы стали после этого сами уже ее писать, сразу моментально садиться в студию. Сейчас, и делать... да. Очень важно, переход. Да. Вот для меня он совершенно такой как бы неочевидный. Да. Потому что понятно, что человек, вот как я, который рос на классическом, академическом, качественном роке, клёво, да. Led Zeppelin, да, вся английская музыка и прочее, Сьюзи Кватер, кто там еще был, ну, не важно, вся компания. Вот как мог и где мог произойти переход от классического рока к, как бы, на совершенно другой полюс? На совершенно ритмический, на танцевалку, блин. Я могу от сказать... рока-то, понимаете? Я могу сказать, что у меня вообще в музыкальной голове всегда был бардак, вот, и я же учился, я же классический музыкант, я закончил музыкальную школу по классу фортепиано, закончил музыкальное училище по классу дирижерско-хорового отделения, и не закончил один год, полтора года по классу оперного вокала при консерватории Санкт-Петербурга. Вот. И я когда учился, я одновременно слушал и то, и то. И так до сих пор я сейчас пытаюсь все стили абсолютно слушать. Так что для меня особого перехода не было. Меня всегда интересовали дискотеки, всегда вот некая такая популяризация. И меня больше интересовала не моя популяризация, а показывать людям что-то новое, интересное, какие-то музыкальные новые направления. И меня это сильно очень увлекало. Я в то время сразу еще занимался брейк-дансом, поэтому мою жизнь, первая музыка, которая вошла, это была хип-хоп. Хоп в большом, с чего я начал диджействовать, с хип-хопа. Вот, и поэтому я общим вот таким развитием пришел как к электронной, к танцевальной музыке, и вообще к любому, просто к диджейству. Диджейству и созданию любой музыки. А диджейство — это ставить музыку или все-таки создавать ее? Нет, конечно. Нет, вот это вот существует очень большая проблема до сих пор во всех. То есть люди как бы думают, что они все понимают, до сих пор толком нету. Там, тому человеку или что-то написать, объяснить, что диджейство — это, конечно, прежде всего тот, кто ставит музыку. Поэтому очень часто мне приходилось отказываться от псевдонима диджей, потому что все прекрасно должны были тогда понимать, вроде бы, что оказывается, что я сам делаю музыку, что я сижу часами в студии, что я написал все эти альбомы сам, что там никто за меня ничего, никакие ручки не жал, ничего, потому что у меня своя голова всегда работала. Вот. И получается, что, конечно же, что... Может совместно быть диджей и музыкант. Это да, но люди понимают все почему-то буквально. То есть, если диджей, значит, они думают, что это нужно совмещать несколько уже готового музыкального материала какого-то. Мы хотим вот такое вот что-то, да. И непонятно как. Я помню тогда, когда приходил очень давно, у Лёни Парфёнова была программа, называлась «Намедни», если кто помнит. Да, тогда я приходил к нему в гости, я был там человек дня. Я помню, как приходилось все это рассказывать, как Леонид показывал, что как он... Как вы это делаете? Ну, с СТМами, помните, еще так руками? Да. С таким магнитофоном, СТМами. Говорю, нет-нет-нет, я объяснял. И каждому человеку с того времени приходится, когда... ну, то есть вам это не нужно, естественно, объяснять, а людям, с которыми встречаешься из тех самых 90-х, и которые даже сейчас, вот даже школота, которая присутствует, им все равно приходится нужно объяснять все это, да. Друзья, давайте пускай наш рекламный диджей поставит роличек, да, а потом вернемся. 18 часов 21 минута московское время. А может быть, слушай, у нас же есть иллюстрации. Давай что-нибудь, да, Жень? Можно, да, проиллюстрировать те времена. Да, да, давайте. Чем? Вы знаете, я на самом деле долго, опять же, когда ехал, мне попросили привести какие-то композиции, а я очень часто слушаю, то есть играю в каких-то своих сетах, как старые, так и новые какие-то работы, и очень много музыки, и я решил, наверное, то, что, может быть, поближе будет, как слушателям, ну и вообще это невероятный был в свое время хит, инструментальный, прежде всего, не вокальный, хотелось бы, чтобы просто позвучала музыка, потому что песен много. Если вы помните фильм
American Beauty, американская красота. С Кевином Спейси, да. Замечательный очень хороший приятель Джой Нигро из Англии, его под псевдонимом Джаката переделал эту композицию, она называется на American Dream, на музыку Томаса Ньюмана, замечательного композитора. Вот эта вещь была просто чумовая, она разорвала тогда все хит-парады английские, американские, вот можно послушать. Она же танцпол разорвала? Конечно, да, она все разрывала. Очень красивая композиция. Какие годы? Я, если не ошибаюсь, это 94-й год. Итак, 94-й год. Да. Слушаем. Да. Вот ай-яй-яй, конечно, я сразу сначала думал, что... Когда хор запел, да? Да, класс, конечно. Было. Томас Ньюман, автор, то есть музыка его, а ремикс на этот трек использовал Джаката. И сразу смс, о, я под эту вещь уже лет 5 бегаю. А. Вот это вот мотивировочная композиция. Хорошо, да, это замечательно. Ассоциация самая разная, вот, о, Крастап американский из Кемеровской области. Да, как же я рассказал. Да, такие есть. Возвращаемся, друзья, в 90-е, у нас сегодня в гостях Джей Грув. Значит, а можно вопрос по поводу техники? Потому что я-то в 90-е максимальное технологическое развитие, которое я видел, это карандаш и бумага, потому что я в школе учился. Вот. А вы писали музыку. На чем? Это было советское что-то, или это вы контрабанды везли? Или как это уже? Или это уже появилось? А ты зря, кстати, в 93-м году, когда мы начали работать. Уже было это все? Женя знает, на радио «Панорама». Там, слушай, я помню, наш директор ходил и показывал экскурсии какой-то там зарубежной, говорит, full digital. У нас стояли. Долбай! Ну чего, все уже было full digital. Нет, если говорить о студии, смотрите, вообще первый трек, который мы написали вместе с моим другом, это был в 90-м году, 91-м. Это было на студии Андрея Петрова в Доме композиторов в Санкт-Петербурге. Мы тогда работали на первой версии вот этого Макинтоша. Был тогда сэмплер еще Курцвейл и инструмент русской попсы Рулон D20 были такие прям вообще, на которых... Что это? В двух словах. Это синтезаторы, это сэмплер синтезатор. Это программа еще тогда, такая программа, на которой мало кто вспомнит, нотатор называлась, такие кубики нужно было из музыки собирать. Потом это все, естественно, перешло в другую программу Cubase первой версии. Вот мы на этом как бы и пытались создавать какую-то музыку, ночью бабушку задаривали молоком, булками, вот, и ходили ночью писать музыку, а потом, когда узнали, нам официально стали давать дневное время, то есть, как бы, чтобы работать там, вот. А вы для кого писали? Потому что сейчас совершенно понятное направление. Есть станции, радиостанции, которые все дело раскручивают, а потом... А в 90-е годы для есть кого? Есть интернет, в конце концов, если даже нет. А в 90-е для кого? В 90-е годы, если не ошибаюсь, там была одна станция, начала работать «Радио России» и «Ностальжи» в 91-м, что ли? Никого тогда Слава никого, в принципе, тогда не интересовала. Это было, понимаете, это был такой for fun, и сейчас, в принципе, так. Это был нереальный маньячизм такой, музыкальный, творческий, который хотел. И потом, когда мы показывали свои композиции, даже каким-то друзьям, они случайно вот попадали, к примеру, в Лондон на BBC, тогда уже были танцевальные программы, они попадали, и вот у нас была композиция, которая называлась «Vivaldi Beat», вот мы сделали с друзьями, группа у нас называлась «Not Found» в то время, мы делали с Димой Гороневичем, Сергеем, Сашей Архиповым мы делали, вот, и поэтому мы работали, очень делали много интересной музыки, и она попадала в Лондон, попадала в Голландию, попадала на какие-то сборники, естественно, сюда... Кстати, ситуация не изменилась. Даже ту музыку, которую сейчас создают русские музыканты электронные, она сюда тоже мало куда попадает. Она вся попадает, выходит туда в сборники. Здесь никому не нужен, потому что мы все-таки
опопсенная страна окончательно. А, все окончательно? Ну, конечно. Это, а как это был прям приговор, диагноз? Ну, от меня да. По большому счету, если говорить о танцевальной музыке, она не будет никогда. И, но что говорить, если тот артист, который, допустим, здесь ездит... Давайте возьмем гонорарную историю. Тот артист, угу, который ездит здесь по России, ему могут максимум заплатить 50 тысяч рублей. Он плюет просто на российские выступления, уезжает работать по Европе, потому что за каждый его гиг уже он расписан в течение там полугода, и за каждый 5 раз в неделю, и по 10 тысяч долларов он получает за каждое выступление. Это именно артист, который играет вот такую танцевальную музыку, музыку, да, да. Их мне... несколько таких российских. А у нас вот... и мои гонорары, когда я тоже я за границу, я могу спокойно... Жень, скажи хотя бы на несколько имен, чтобы мы хотя бы знали так умозрительно. Ребята из новых имен, если говорить, ребята, пожалуйста, очень хорошо. Хорошие приятели мои из Funky Tunes, из Смоленска, и те же их друзья, тоже Hard Rock Sofa, затем Арти, вот, тоже очень известный молодой парень, который ездит и... Mm-hmm. То есть они очень многие уехали, вот, ребята, которые, ну, не то чтобы они уехали из России, они просто работают там, потому что здесь невыгодно. Понятно. И все элементарно, потому что нету культуры до сих пор к этой музыке, есть определенный, да, вот... Спроса нет, нет, понятно абсолютно. А просто... мы там котируемся, вот когда на афише написано Funky Tunes, Funky Tunes, да. Смоленск, да? Да, и да. И котируются, да. Народ котируется, если им платят, народ... видимо, ну... Нет, ну их треки играют все известнейшие там, и если говорить о коммерческих проектах, там и House Mafia, там и Дэвид Гетто, они все играют их, да, треки, конечно. Фантастика. Они совместные треки с ними записали, почему нет? А, ну, на самом деле, мы сейчас через там, 30 секунд, друзья, прервемся на новости. Вы помните, что мы никакой музыки не будет в середине часа, мы опять вернемся к разговору с Женей. Просто я подумал, страна, которая выросла на комбинации, ну, все-таки мы сейчас говорим, да, про музыку, на которых выросли Штаты, там, да, Штаты. Ну да, хорошо, немножко старомодно, но Элвис Пресли все-таки. А у нас, видите, ну, в основе, в фундаменте нашей новой постсоветской, так сказать, культуры, это все-таки комбинация. Вот. Ну, на Первом, да, канале идут легенды о Михаиле Круге. Ну вы что, вы о каком вы Дэвиде Гетте говорите? Ну мы об этом поговорим, о том, что, да, происходит сейчас на просторах нашей необъятной родины. А сейчас пока небольшие новости, друзья, далеко, ну, не отходите. Да. А, все, уже начали? Да. 18:36 в столице, друзья. Диджей Грув у нас сегодня в гостях. Добрый вечер, да. Не просто диджей. Вы знаете, еще и замечательный кинозритель. Очень благодарный. Вот мы сейчас стояли, пока были новости, обсуждали фильм «Королевская битва». Помните Такеши Китано? И Грув говорит так задумчиво, вот как он умеет так. Да, говорит, отличный фильм, говорит, как барабаны в конце прописаны. Посмотрел кино, парень, да, сходил в кинотеатр. Не зря время потратил. Слушайте, да, давайте, чтобы уже до конца понять, как у нас обстоят дела и обстояли, да, дела в стране с, да, электронной музыкой. Когда был расцвет? Ну вот, вот на какие годы пришелся в электронной музыке и когда начался спад? А, когда расцвет начался, когда появилось радио 106.8, и когда появилась, год 95-й, когда появилась MTV, это начался уже такой поп-рассвет, скажем так. Uh-huh. Но вообще, еще с одной, вообще, благодаря именно непосредственно рассвету танцевальной музыки, не побоюсь этого слова сказать, в эфире и есть такой человек, очень хороший друг, Миша Козырев, который начал ставить в эфире первые эксперименты вот такой танцевальной музыки. На еще далеко до станции. Да. Uh-huh. Далеко до станции. Можно сказать, что именно вот. Именно благодаря ему, как человеку, который занимается и роком, и этим, танцевальная музыка обрела, и в том числе и благодаря ему появилось «Счастье есть», и Кузьмины, Кузьмин в эфире, и «Мальчишники», все мои ремиксы, угу, благодаря именно вот, вот ему, что он стал делать акцент на танцевалку. Потом это все начало расти. Я помню, когда еще появился этот успех «Счастье есть». Вот можно сказать, что с 90, непосредственно с 96-го года, начало, с 95-го, с 96-го года началась общая человеческая истерия. До этого так все это все-таки в кругу танцевальных, uh-huh, так, uh-huh, таких, ну, не местечковых, так, но небольшой, uh-huh, аудитории было. А тогда уже все, и пошло, если музыка заиграла по радио, уже, ну, да, вот, это уже все. Друзья, что касается радио, маленькая история. Я работал в свое время на радио «Панорама». И мы, так сказать, чем гордились, мы были очень sophisticated station. У нас был только, вот только, мало где на самом деле можно было услышать такое количество, такой странный, малопопулярный
психоделического, так сказать, рока и рок-н-ролла. А потом, вот в каком году, в 95-м, да, это было? Ну, если говорить открытие, то не после... Да, 95-й, конечно. 95-й, да. Вот, значит, а потом в 95-м году наша станция, вот «Панорама», закончила свое существование, туда пришли какие-то люди с красными волосами. Да. Ну, не считай грубо, ладно. Да, вот, не-не-не. И они, значит, на нашей частоте любимой, там, где мы, значит, вот все это, значит, делали с любовью, вылепляли белое здание наших свершений, они же там запустили эту самую радиостанцию, со станции вот это весь бум-бум-бум-бум. Да. И я всю жизнь полагал и был уверен, что на самом деле что-то есть, ну, другой полюс. Есть рок, угу. Это для интеллектуалов, это вот это сложная психоделическая музыка. А есть танцевашки для дураков, угу. Тупых и так далее. А сейчас подумал, друзья, вот смотрите, вот вспомним «Лето любви» 69-го года. Мы часто что-то в последнее время вспоминаем. Вудсток. Да. Ведь что делали люди под этот самый рок? Они скакали, мотали башками, впитывали в себя эти энергии, эти ритмы, да, и наслаждались этим. Uh-huh. И как бы и музыка говорила гораздо больше, чем все остальное, чем слова и так далее. Я подумал, что сейчас, вот, на самом деле электронщина вся это как бы рок конца 90-х и, возможно, 2000-х. И сейчас я уже, так сказать, не вижу вас, как, так сказать, как другой полюс и людей, которые поругали наши рок-идеалы. Да нет, uh-huh. Это то же самое, на самом деле. Танцевалка – это то же самое, что рок, там фактически. Там есть другой полюс. То же самое. У нас сейчас. У нас там комбинация. Стаса, она всегда там. Она всегда там. Ваенги. Всегда. Причем они как раз мейнстрим, понимаешь? Их даже оппозицией назвать нельзя. Да, такой. К сожалению. Ну, я не могу, на самом деле, вот если говорить о том, как я всем этом участвовал, по моему мнению, рок и танцевальная музыка, и вообще вот любая музыка, они как-то рядом всегда пересекались, вот, и почему все друг друга знают, вот, во всяком случае, я как бы всех абсолютно знаю, там, и рокеров, и со многими работал, не было такого конкретного желания, то есть, как бы, да, когда приходили что-то стать новым роком, просто это была уже танцевальная музыка, и если совмещать самые популярные проекты, которые получали рок-сингл, к примеру, если знаете, вы в курсе, там Грэмми получил Chemical Brothers за Black Rocking Beats, да. Вещь, которая электронная. Кстати, отличная вещь, да, которая электронная вещь, но и отношение такое. И сейчас, допустим, там получают много очень различных музыкантов, лучшие рокеры, которые сейчас работают со многими электронщиками. Да. То есть музыка, она такой организм, который должна в себе как бы совмещать. И, во всяком случае, я это понимал и хотел, чтобы, допустим, на радиостанции часто звучала и та, и другая музыка, именно в то время. И сейчас считаю, даже у меня сейчас у самого есть своя радиопрограмма, которую я могу там, я играю какую-то вещь электронную. Она? На каком радио? Да. Можно говорить в эфире? Можно, да. Да. На DFM она у меня. DFM, да? Да. А что там? Там программа называется «Танцы для всех». В час я играю все, у меня начиная от панка и рока, рэпа. То есть хип-хопа, да, и электронщины, там, новых каких-то стилей, трэп, глич-хоп. Глич-хоп? Глич-хоп. Глич-хоп, да. Вот, драм-н-бейс. Что такое глич-хоп? Ну, это такой стиль есть, вот, трэп, вот это совмещение. А на сколько у тебя там контракт? Это я не знаю, у нас всегда... Нет, я так просто спросил. С DFM у нас связывает очень долгие дружеские отношения. Так что музыка, которую я играю в этой программе, я пытаюсь ее показать со всех ракурсов. И у меня там и Black Sabbath, допустим, вот у меня был вчера эфир, там у меня Black Sabbath играл. Вот, и много других. Давайте про сегодня поговорим. Да, стоп, вот смотрите, да, мы, значит, про 90 поговорили, нас, так сказать, даже, видите, как сплакнули над... не сплакнули, вспомнили даже одно место работы, пускай во время немножко разнесенная эта самая «Панорама», она же радиостанция, она же станция 2000, она же и так далее. Станция 2000, да. Просто Женя сказал, вот когда новости были, он сказал фразу, говорит, «Эта страна непробиваемая». Эта страна непробиваемая. Непробиваемая. Стас, планета, ребят, да. пока царствует Стас, понимаете, но неужели дело? Стас непробиваемый? Неужели новое поколение не сметет вот этот вот анахронизм, вот эти рудименты? А мы другие. Кто мы? Знаешь, другие? Какие? Мы русские. Я тебе объясню, русские, почему. А, русские, ты новое поколение. Мы же, вот, как же это называется? Ты все про нас говоришь, что мы, типа, логоцентричны. Да. Нам важен текст. Качество текста — это вопрос второй. Но нам как бы важен... Вот, значит, есть такая теория, что мы... Песня, счастье есть, все сразу успех. Вот, есть такая версия, есть такая гипотеза, что мы очень логоцентричны. Для нас очень важно слушать текст. Желательно, чтобы он был такой... Вот, чтобы душевность, мы говорим, чтобы сейчас, перло. Мы сейчас говорим про формат, который... Вот все-таки, если говорить про таких исполнителей, то там сложно вообще какую-то психологию представить человека вообще...
Я бы сломал мозг вообще, что, ну, я не понимаю, что нужно, кем нужно быть, чтобы слушать там, понятно. Это, ну, у каждого человека пласт, то есть своя психология, и свой, он любит свою музыку, да. Есть определенное количество людей, допустим, слушают, которые рок, есть там, к примеру, из электроники слушают drum and bass, есть те, которым нравится более коммерческое направление, как хаус, и они все как-то существуют между собой. Это все вроде бы популярно, это все есть, это все замечательно. А все равно, когда ты открываешь, к примеру, хит-парады, включаешь телевизор, ну, странное ощущение, хочется всегда. Ну, российские какие-то каналы, да, в плане музыкальные. Как ты аккуратно мат обходишь. Ну, давай, давай. Аккуратно ищешь пульт, куда ты его делал. Жалко, что нельзя глазами вот так переключать. Сразу, чтобы можно было. Вот. А вообще, страна почему не пробиваем? Потому что здесь у нас какая-то своя философия музыкальная. У нас, я единственное могу сказать, что я горд за то, что происходит у нас. Это и вы, думаю, тоже, конечно, безусловно, это то, что связано у нас с классической музыкой до сих пор. Сколько у нас талантливых музыкантов, сколько они... И то до сих пор большинство и основные гастроли у них расписаны на Европу, на... Да, они все на выезд. Да, они все на выезд, конечно, безусловно. Это так всегда бывает, и так происходит. И то же самое с другой стороны происходит с танцевальной музыкой. Она вроде бы есть, все ее знают, что она присутствует. Есть определенное количество пласт людей, но... Вы знаете, она, наверное, не должна... выходить вот в какие-то хит-парады, что-то еще, потому что, не дай бог, если начнут ее слушать эти же слушатели, то все придет такой конец, можно сказать. Вот. И я думаю о том, что в будущем, если правильно развивать ее, то есть вот действительно сейчас не хватает хорошей танцевальной станции, угу. К примеру, по моему мнению, именно... А будьте на пользу спросом не среди, как ты сам сказал, маргинальной, так сказать, узкого круга, а среди вот... Станция не выживет, если она не нужна большому количеству народа. Да, но танцевальная станция, я имею в виду такую, на которой бы игрался, то есть без поп-музыки танцевальной, где нет за что приходят деньги, да, то есть вот так вот. Рекорд и Мегаполис это... Должно было быть государственный проект? Нет, ну что вы говорите, рекорд это вообще... Это... Мегаполис, хорошо. Грань добра и зла там происходит на этой станции. А если говорить если говорить Мегаполис, то да, она ближе, конечно, уже близкая формату. Для меня идеальная станция, на которой я работаю, вечерний именно сегмент, это DFM. В общем, она столько лет существует и является вообще, по моему мнению, первой в танцевальной музыке. Первым радио. Хорошо. Но я всегда радио хотел видеть, где нет вот в таких в хит-парадах там Gangnam Style и каких-то еще других треков, которые играют из каждого утюга. Это компромисс, да, получается. Что очень много хорошей музыки, которую мы не слышим. Угу. И очень много клипов хороших, которых мы не видим. Ее же миллион. А выбирают в основном почему-то какую-то одну и ту. Потому что происходит? Происходит диктовка лейблов, происходит диктовка продюсеров, которые стоят. Ну, понятно. Заработок денег происходит. Да? Друзья, вот вы все смеетесь, потешаетесь над текстами Стаса Михайлова, да? Я, позвольте вам, прочитаю небольшой фрагмент его песни под названием «Только ты». Ко мне опять приходит новый день. Закончилась холодная зима, и на душе весенняя капель. И ты со мной навек, любовь моя. Ты, только ты. Мне отогрела душу, когда остывала кровь. Ты, только ты. Зная, не разрушу мир, где вечная любовь. Зная, не разрушу мир, где вечная любовь. Можно говорить, что ты, это прямая бочка? Нет, это было бы, если бы... Тогда можно было. То есть это не закончено. Срезанная бочка. Срезанная бочка моей жизни. Зря посоветовал сейчас Стаса. Он услышит, начнет еще по клубу выступать. Понимаешь, ему чуть-чуть поменять текст и все. Так, хорошо, друзья. Только тыц. В клубы в меховых шапках не пускают. А давайте... О, меховые шапки. Это была метелица, 88-й год. И я говорю, я вот это на всю жизнь, мне это отпечаталось в мозгу, эта фотография. Грузин. Хороший мужик такой, ну, в костюме и почему-то в шапке в огромной, там, да, танцевал женщину. А твоешь метелись, как там все было устроено? Бетон, ну, не бетонный какой-то, типа мраморный пол. Да. Какие-то, значит, барочек, и вот он посередине, этот человек, он танцует женщину в шапке. И шапку танцует тоже. Блин, он... Нет, шапка танцует грузин, а грузин женщина. Фантастически было. Слушай, так все равно мы не получили ответ. Хорошо вот то поколение, которому важен текст, и текст Стаса Михайлова, в частности, и шансон. А вот, ну, молодежь, неужели тоже... А куда смотреть?
смотрит молодежь, если не на электронику? Что слушает вот новая подрастающая молодежь? Вот, клубного возраста? Опять же, молодежь молодежи рознью, если говорить. Стилей много, развлечений много. Я считаю так, что каждый найдет себе какую-то определенную, то, что ему соответствует внутреннему состоянию души. Кто-то слушает, допустим, очень много вот чисто ростовского хип-хопа, да, к примеру, и много, то есть, да. Популярно. Это, кстати, вот. Опять к вопросу про тексты, которые любят люди. Нет, там вот это вот слушать там как бы можно, многие кто-то будет говорить, но я по своему мнению считаю, что это, конечно, безусловно, имеет место быть. И если говорить про поп-музыку, там кто-то уже слушает и фирменную там Ириану, и Вилаэма там, к примеру, да, то, что сейчас опять вот все везде, то есть опять те же самые имена, и они встречаются постоянно, новых имен нет, и в течение долгих лет одни и те же, потому что из чего можно взять? Люди слушают то, что действительно делается хорошо, из танцевальной музыки, из поп-музыки. И разбредаются на разные, опять же, скажем так, пласты. Молодежь то, что сейчас на данный момент слушает. Я общаюсь с молодежью, которая слушает практически все. Вот, но в основном, конечно же, это танцевальная музыка, музыка, связанная с танцполами. Вот, допустим, на прошлой неделе я общался с ребятами, которые... То есть я на прошлой неделе работал в Ростове-на-Дону, вот, и мы общались просто с... Которые в Ростове живут, ходят на вечеринки, они говорят, у нас на самом деле постоянно каждую неделю кто-нибудь приезжает, и все равно у нас не так хватает много людей, как приходит, к примеру, на те какие-то рэп-вечеринки или что-то еще. Отвечая на вопрос, спрос есть. Да. Так, сейчас, друзья, ненадолго прервемся, а потом вернемся к нашей беседе. И мы продолжаем беседовать с диджеем Грувом. А давайте мы уже слушали вот ту песню, которую многие «О!» начали свои смс-ки с этого возгласа. А давайте что-нибудь из нового «О!». Из нового «О!», ну, можно, я думал, что показать, чтобы нашим и вашим. Сейчас очень становится в фаворе такой стиль, который Америка забыла, там, допустим, к примеру, про свой хип-хоп, и Англия сейчас забыла, очень, да. Америка, да? Да, забыла, она совмещает электронику, звучание электронное вместе с классическим звучанием, там, ранним электронным звучанием, то есть, да, где, когда только началось, то есть звук назывался электро. Сейчас это все совмещается вместе, и появился такой стиль, который является, можно сказать, по сегодняшним словам, таким брендом, наверное, да, который могут слушать люди из танцевальной музыки, из хип-хопа, и он объединяет, вот такой объединяющий стиль, называется он трэп. Трэп, да. Еще такое не придумал. Вот, да-да-да. И можно его послушать, это вот один из исполнителей, который, к примеру, тоже опять я взял, объединил классическое какое-то произведение, вот, и сделал, наложил его на свои ритмы, зовут его Ройз. Rolls-Royce. Да. Он же трэпер. Да. Трек называется «Помереть с оркестром». Ну, если «Death by Orchestra» называется. Ага. Ради, да. Итак, друзья, яркий образчик нового стиля под названием «Трэп». Да. А трэп это значит рэп. Рэп. А трэп это просто... Да, я, к сожалению, не знаю. По-моему, нет никакой расклада. Вообще, по-английски, само слово трэп это капкан, ловушка. Ну, даже фильм такой под названием «Трэп». Да-да-да. Шона Коннери, кажется. Можно сказать, что, да, своего рода капкан такой стилистическо-музыкальный. И тот, и другой стиль объединили и сделали так вот. Ну да, нормально, мне кажется. Пойдет в нормальный трэп. Да-да-да. Он уже идет, уже все продюсеры. Он очень такой, он очень идет, я смотрю, слушай, он такой патетичный очень. Это исключительно.
исключительно из-за оркестра. Он, естественно, как говорят, массив, то есть, да, для большой аудитории, да, рассчитан. Но это из-за оркестра, из-за сэмпла вот этого оркестра здесь то, что он есть. Слушай, кажется... а если бы тебе, знаешь, у нас мы вот записали анонс, анонсировали твой визит к нам. Да. И там у Лёши, который по замыслу, так сказать, авторов этого анонса, значит, то есть нас, значит, подготовил прекрасный скретч. У нас был урок якобы по скретчу в каком-то классе диджейском. Его учитель спрашивает: слушай, отец мне, признаюсь честно, помогал готовить? Он говорит: нет, дед. Все, говорит, зови его в школу. Оказалось, что это игру. Я к чему? Когда ты станешь реальным дедом, и тебе будут говорить: слушай, дед, ну вот скажи, ну вот какое оно было время, вот, ну, 2013, я не знаю, а это будет в 2049 происходить. Да. Ты как его опишешь вот со своей, вот как ты описал фильм Такеши Китано, барабаны клево прописали. Вот опиши время со своей точки зрения, своего ракурса. Вы знаете, ну, я вообще, честно говоря, люблю каждое время, которое наступает, каждый период, там, каждый год, там, вот уже, можно сказать, и десятилетие, которое было раньше, и вот сейчас, вот прошло 2013, уже 2000 года, вот, и я все время смотрю то, что происходит вот впереди. Я вот почему никогда не участвую в никаких мероприятиях, дискотека 90-х, когда зовут. Не участвуешь? Нет, не дай бог, боже упаси вообще. Просто вообще этот кошмар. Это был трэп, а это трэш вообще. Ну да. Вот, нет, просто зачем, если этот... Я еще чувствую, что во мне много сил, что я хочу развиваться, что мне нравится, что я создан для того, чтобы как бы что-то новое слушать, показывать людям. А если ты одеваешь то, что было на тебе какие-то прошлогодние трусы, да, вот, старые какие-то, или вообще ярлык вот этот, и на тебе он будет постоянно, тебе будут вспоминать: а, я помню, как мы под этого чувака пивас пили. То есть, как бы, мне это, честно говоря, не нужно, я хочу все время двигаться вперед. И даже вот, как вы сказали, в 2049-м я вспомнил, допустим, что в 2013-м я был вот здесь, в эфире, что мы слушали эту музыку, и какие-то появились новые композиции, и потом что-то еще новое из моей там личной жизни появилось, там, к примеру. Ага. Я понял, вот. То есть не хочется цепляться за эпохи? Нет, и никак. Ярлыки на нее навешать и на себя? Нет, не никакой хочешь. Эпохи сейчас. Это там... все, да, нету, да. Нету сейчас эпохи, так как вот, мазком нельзя, то есть да, в 90-е там, я не знаю. Не, а знаешь, а эпоха, она все равно осознается только потом. Вот 90-е можно было осознать не в 90-е, сейчас я... а ну, только в 2003-м, да, каком-то, да, 5-м. Да, да. Сейчас вся политическая история, она затмевает все эпохи, вот, поэтому нам стоит исключительно наслаждаться, как бы. А, видишь, ты сказал, то есть главное слово последних лет — это политика. Ну, конечно. А не музыка. Да, в основном, конечно, потому что все вокруг нее вертится, и все мы прекрасно понимаем, и все основное внимание и средств массовой информации и всему этому, только этому, вы зайдите, ну, куда, не включите телевизор, вот, постоянно, да. Постоянно политика, в интернете политика везде. Музыка бывает очень редко. Ты прячешься от этого или ты следишь за этим? Нет, вы знаете, я слежу как обыватель, у меня нет такого, чтобы я быстро... Ой, срочно выключать! То есть, да, мне, я могу послушать новости, мне интересно, что происходит, мне там интересно, что говорит президент, там, что происходит, какие-то события. То есть я абсолютно нормально на это реагирую. Да. В теме. Ну, хорошо. Нет, я просто подумал, что сейчас 58 минут уже, мы не успеем длинный и долгий вопрос задать. Ну, я могу быстро ответить. Нет, я просто, знаешь, что... Там вопрос длинный. Нет, на самом деле, да, вопрос минут полторы бы занял. Я просто вот, был же такой вот, Колюш, мы, извини, все равно 90 вспоминаем, был такой расхожий стереотип, кто такой диджей. Диджей — это человек очень, как бы, ну, так скажем, гибких представлений о морали и о, как бы сказать... И о веществах, которые продлевают, да, его, так сказать, кайф на... Да-да-да, ну, да-да-да. Судя по тебе, я не хочу, да, сейчас там типа комплименты раздавать. Спасибо, да. Ну, нет ощущения, что ты, так сказать, вот, нет, злоупотребляешь. Я вообще, честно говоря, единственное, на что всегда говорил, мне повезло, что это было, много это было рядом со мной, но это меня прошло. Единственное, я могу что себе позволить, там, вина выпить, к примеру, да, и то, я никогда в жизни не курил. Да ладно. Ничего, да, и ни сигарет никогда. Мне мимо это все прошло, и для меня музыка являлась каким-то определенным таким, что ли, здоровым вот этим, ну, моментом по всей, можно сказать, по всей моей жизни, и до сих пор это, да, идет, да. То есть тебя вставляет только музыка, в общем? Да, меня вставляет только музыка, и моя личная жизнь, и моя жена меня вставляет, и мои животные пока вот. Так что да, посмотрим, что дальше будет. Животных не кури. Да. Моя мама мне говорила: Женя, я не знаю, можно сказать? Да, говорит, финальная жирная точка. Женя, делай все, что угодно, только грибы не кури. Диджей Грув был у нас в гостях. Спасибо большое.